Все? Да. Здравствуйте, Ингрид. Здравствуйте. Очень рад приветствовать вас в Санкт-Петербурге на Кубке Европы среди юниоров. Вопрос, который мы всем задаем сегодня, всем девушкам и дамам. Почему девушки выбирают дзюдо? Потому что это очень красивый и динамичный вид спорта. Но в то же время красивый и позволяет в случае необходимости защищаться. Давайте заново. Ничего страшного, ничего. Можно, у нас все, да, спокойно. Хорошо. Позволяет... Ну, как бы самооборона. Да. Много тренеров во время поединков своих воспитанников мужского пола после их побед кричат, кричат: «Молодец, настоящий мужик», да? А вот как вы думаете, что кричат тренера своим девушкам, когда молодец, они выиграют? «Молодец, умница», всегда одни и те же эмоции. Да? Скажите, пожалуйста, а вот судьей женщины, почему женщина выбирает такую профессию для себя, как судейство соревнований по дзюдо, как вы думаете? Ну, я думаю, что это выбирают только те женщины, которые любят разбираться именно в сложных ситуациях. Потому что судить мужчину – это всегда сложно, особенно быть в таком виде спорта судьей. А тут, когда ты берешь ответственность на себя и принимаешь решение, которое может повлиять на чью-то спортивную карьеру, и ты берешь ответственность на себя. Вдруг ты сделаешь неправильное решение, которое потом повлечет с собой то, что ребенок, особенно если борется с дети, закончит свою спортивную карьеру, не станет спортсменом. И это будет самая тяжелая ошибка. А почему нет, я ни разу не видел, чтобы женские соревнования судили только женщины? Почему вы думаете, почему такого не происходит? Допустим, разделение: мужчины судят только мужчин, женщины только женщины. Потому что у нас равноправие полов уже везде, в европейской части особенно. Мы уже очень много судей и из стран, где идет такое разделение, где там женщины, к примеру, носят паранджу, но на соревнованиях они также. А вообще большая конкуренция сейчас в женском судействе дзюдо? Да, да. У нас даже в России очень много женщин-судей. А что для вас сложнее, дать три шида или сразу концу? Ни то не сложно. Всегда сложно, когда тебе приходится искать более активного, например, спортсмена. Но если ты действуешь в рамках правил, то ничего сложного нету ни в концовку матча дисквалификации, ни в шидо. А трудно, вот сейчас постоянно такая идет тенденция изменения правил, да, там модернизация, улучшение, там разные варианты. Трудно ли вам, как представительнице слабого, женского пола, быстро ориентироваться в этих изменениях? Насколько вам это тяжело или легко это дается? Это очень легко дается, потому что я тоже когда-то занималась спортом, и я вполне знаю, что для чего делается, с какой целью, и поэтому очень быстро адаптируемся и понимаем. И вот еще такой вопрос. Судьи футбола, когда судят футбольные матчи, они тоже поддерживают свою физическую форму путем бегают, да, футбол тот же играют и так далее. А судьи в дзюдо каким способом поддерживают свою физику? Потому что отсудить соревнования – это тоже нелегкий, да, труд. Это практически... Я думаю, что многие судьи, и девушки, и мужчины, они были и есть тренерами, особенно у нас в стране. А в других странах люди из других профессий могут быть судьями. А вы как лично поддерживаете физическую форму? Вы как-то выходите на татами сейчас? Конечно. Вы одеваете кимоно? Да, конечно. А какое кимоно вы выбираете, белое или синее? Белое, всегда белое. Потому что синее уже сейчас считается, что синее кимоно – это только для соревновательных зон, то есть для проведения соревнований. А белое кимоно… А какую-нибудь смешную историю из вашей судейской практики? Судейской? Как-то я судила встречу, и так всегда попадает, что я сужу большие веса. Финальный блок, например, большие веса – это всегда последняя встреча. И как-то борются спортсмены именно в весовой категории свыше 100 килограммов, и один спортсмен бросает другого, и я не успеваю отойти. То есть они очень быстро двигались, такая активная. Обычно
тяжелые веса, они очень медленно двигаются, а это спортсмены быстро. Один бросает другого, и я убираю ногу и остаюсь без носка. То есть мне пришлось остановить встречу, одеть носок, и потом уже только продолжить дальше соревнования. Спасибо большое. Удачи вам в судействе. Спасибо.